Привет, меня зовут Полина. Сегодня я буду рисовать мой маленький пони. Мы начинаем с уха. Я буду рисовать Пинки Пай. Вот у него такую челочку я сделаю. Теперь делаем ей мордочку. Теперь рисуем глазик. Вот такой у меня глазик. Здесь надо разукрашивать обязательно. И обязательно черным цветом. Теперь делаем ей туловище. Такое у нее туловище. Теперь делаем ее такую гриву. Такая грива. Теперь рисуем у нее причмарку. Три воздушных шарика. Теперь рисуем ей хвостик. Теперь мы ее разукрасим. Гриву розовый тоже ей надо сделать, только потемнее. Теперь я ей буду разукрашивать гриву. У меня розовый фломастер потемнее. Карандаша. Вот я делаю фломастером. Теперь хвостик. Вот я разукрасила ей хвостик. Теперь я беру синий карандаш и разукрашиваю ей вот такой второй серединки шарик. Теперь я беру желтый фломастер. Разукрашиваю крайние шарики. Теперь
Я беру голубой фломастер и разукрашиваю ей глазик. Теперь берем ручку и пишем. Вот такой рисунок вот у меня получился. Пока, надеюсь, мы еще увидимся.